Улучшать места отдыха люберчан стало проще и эффективнее. В округе начали свою работу территориальные общественные советы по паркам и благоустроенным территориям. Первое установочное совещание прошло в Малаховке. На повестке – знакомство участников и выбор председателя совета. Им стал депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Локтионов. Это необходимо для того, чтобы иметь более плотную связь с общественностью и отслеживать все пожелания и чаяния общественности по содержанию, улучшению и благоустройству территорий парков на территории городского округа Люберцы, а непосредственно поселка Малаховка. Также обсудили внедрение специальных QR-кодов. Система призвана собирать обратную связь от посетителей парка. Улучшить работу мест отдыха, задать вопросы или сообщить о проблеме может каждый житель. Достаточно считать специальный код и загрузить его в телеграм-канал парка.